Во-первых, они вот это вот... Они... Ну, мелодия. Грация, красота, движение, вот эта вот свободная лошадь, то есть это прям завораживает, и хочется на это смотреть и смотреть, и сделать все, чтобы вот они, хоть даже маленькая часть, но вот чтобы они вот жили, и у них была вот эта возможность в нашем современном мире вот быть практически свободными. Они же помогали человеку работать, там, по хозяйству. Почему мы должны куда-то их отдавать, чтобы просто до последнего пускай гуляют, отдыхают, пасутся. Ну, так вот я думаю. Нет, это не шуршит так. Это что-то такое. Ну, очень любят детей. То есть она прям... очень лояльно говорить что-нибудь. Ну, вот так вот. То есть у нас, получается, утром мы... Тут у нас твист. Мужчина. Потом делаем кашу. Кормим кашей их. У нас лошади с разными проблемами бывают, у кого-то с ногами проблемы, у кого-то с желудком, у кого-то бывает с сердцем, у кого-то с мозгами бывает даже такое, то есть и каждой лошади у нас персональный подход, то есть мы индивидуально смотрим, обговариваем эти моменты с хозяевами, что для них надо, как, в какое количество и в какой последовательности. У нас остатки. Кашу мы делаем из дробленого зерна. У нас дробленый овес. Подсолнечный жмых. У него свой. Персональный. Угу. Питание у нас у каждой лошади индивидуально. В зависимости от лошади, от нагрузок и так далее. Держи. Вкусная каша. То есть у нас помимо основного зерна, то есть мы добавляем еще жмыхи, мюсли, мыши, то есть много-много всяких, то есть, ну, опять же, это вот индивидуально. Это у нас жеребец Твист галштинской породы. Он должен был быть спортивным партнером. Но в какой-то момент на соревнованиях ему на построении другой жеребец в ногу пнул. И вся их спортивная карьера на этом закончилась. Кала к нам уже жеребая. Так, она унесем. Вот это тоже вот пони, он у нас, они, ну, мясники же, они просто выставляют лошадей, которые более-менее... Там остановитесь. Здесь они пасутся в более приближенных к природным условиям. Вот. Не так, как в других клубах, где они выходят на улицу только на 2 часа. Вот. То есть, если они захотят, они могут попрыгать. Если захотят, они могут постоять, полежать. И, то есть, они предоставлены, можно сказать, почти что сами себе. А это они так почесывают друг друга. Такой.
два главных. Да, если смотреть в дикой природе, то... В природных условиях лошади, они доживают больше, чем до 40 лет. Вот. А в конюшенных условиях еле-еле до 20. Вот. Поэтому как бы, хозяева, те, которые хотят продлить жизнь своим питомцам, вот, они устраивают такую вольную, можно сказать, вольную жизнь. Пошли пить.